27 рублей теперь стоит проезд в махачкалинских маршрутках. В пресс-службе администрации города поясняют, что 4 транспортные компании вынуждены повысили тарифы из-за роста цен на запчасти и горючие смазочные материалы. Предполагаемое повышение тарифа связано комплекс проблем. В первую очередь это повышение цен на металл, запчасти. Почти 2,5 раза подняли, если сравнивать с прошлым годом, на сегодняшний день были 2-2,5 раза только запчасти. Не считая ГСМ, вы сами видите в городе, какие цены на газ, топливо. В мэрии Махачкалы напомнили, что по закону транспортные компании могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда в общественном транспорте, но при этом тариф должен быть обоснован. Газ дорогой. Мы не можем заправлять за такие суммы. 2000-2500 рублей давать полный бак. А чтобы план провести, нам надо целый день катать. Почти около 200 километров, 150 километров мы должны катать. Я вчера вот до 10 часов ночи работал. У нас тоже дома семьи. Мы не можем обеспечить дома семью.